И всем привет, дорогие друзья, Костик Попов на связи, и сегодня у нас выходит новый топовый и замечательный видеоролик, а для вас он будет максимально полезен. Так что перед началом этого ролика не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком, ну и также, ребят, давайте поставим над этим видеороликом, ну, лайков 311. Как только набираем это значение лайков, так сразу пускаем новое топовое видео. Ну, давайте, в принципе, приступим к самому ролику. Погнали, расскажу. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я тебе, в принципе, расскажу о группе BeeSwarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хороший улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я, в принципе, для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи, но это было BeeSwarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. В общем, ребят, вчера, не помню во сколько времени, я проводил опрос у себя на канале во вкладке сообщества, и, в принципе, я и до сих пор жду вашего мнения по поводу того, то, что, в принципе, я запустил, можно так сказать, пост, да, в котором можно проголосовать. И, в общем, что за пост я, в принципе, сделал. В принципе, давайте покажу. В общем, такой вот постик, где показано, в принципе, что ты можешь выбрать. Я, как вы знаете, хочу продолжить рубрику, но для этого вам нужно проголосовать. Многие, я думаю, по-любому еще не проголосовали, поэтому перейдите на мой канал во вкладку сообщества и выберите одну из одних пунктов. Допустим, рубрика буст подписчика на данный момент она топ-1, потому что ее все выбрали. Потом у нас получается рубрика от нуба до бога, ну либо рубрика гайдики, да. То есть выбираем что-то из этих вариантов на свой вкус, ребята, выбирайте. И, в принципе, я начну снимать первое то, что, в принципе, победит в этом опросе. Потому что, действительно, я хочу уже начать заниматься хоть чем-нибудь полезным, поскольку, опять же, пока нечего такого записать, чтобы вам было интересно, поскольку, ну, пока все стабильно, и поэтому я думаю заниматься прокачкой и делать что-то интересное. Допустим, тот же Let's Play от нуба до бога, либо же буст подписчика. В принципе, это очень интересные рубрики, которые интересны, я считаю, то, что всем. И, ну, действительно, можно в кайф поиграть, поразвиваться. Вот, допустим, я у себя на аккаунте этого сделать, в принципе, не могу, потому что у меня, в принципе, все есть, что я тут могу делать, только одарять пчел, да. Ну, это, грубо говоря, Это классно для того, чтобы я заходил в топы, но нужно ли мне оно в данный момент? В данный момент, конечно, нет, но, в принципе, вот такой вот ролик вышел. Поэтому я жду, пожалуйста, ваших, ребята, в принципе, ответов. Голосуйте, выбирайте тот пункт, который вы хотели бы, чтобы я заснял. Конечно же, что вы выберете сейчас, потом, конечно, будет другой опрос. То есть, вначале в этом опросе вы проголосуете, после того я начну снимать эту рубрику. Но вы не печальтесь, от нуба до бога тоже будет, только будет вторым по счету. А потом, конечно же, пойдут те самые гайдики. Поэтому как-то так получается. Надеюсь, ребята, на вашу поддержку. Пожалуйста, расскажи об этом видосике своему другу. Также, ребят, посоветуйте это видео в каких-нибудь Roblox-сообществах. Допустим, в Телеграме или в Дискорде каких-нибудь Roblox-сообществах. На связи был Костян, ребята. В общем, да. Спасибо огромное, то, что сегодня пришел. Ты был очень важен мне сегодня. Поэтому оставайся добрым, будь мудрым. Но я погнал читать ваши комментарии. Кстати, напиши в комментариях, что ты вообще за рубрику выбрал. Будет интересно почитать. Да и, в принципе, да, кстати, напиши реально, какую рубрику ты хочешь и почему. Это будет интересно послушать. В общем, вы все поняли. Завтра встретимся на новом топовом ролике. Возможно, завтра уже и начнется та самая рубрика, да. И... куда, кстати, нет, это я чуть позже засниму, если вы, конечно, проголосуете за то, что сейчас в топах, да. Ну, в общем, да. Все, завтра увидимся на новом топовом ролике. В данный момент пошел читать ваши комментарии. Так что, ребят, до встречи в комментариях.